карантин – це справжній подарунок долі. І тепер моя квартира більше схожа на картинну галерею. Я вирощую капусту і огірки. Зареєстрована заявка. Пользователь залил ноутбук. Коллеги, пожалуйста, будьте внимательнее, аккуратнее. Я попала в эту ловушку. Они помогают быть в тонусе и чувствовать себя гораздо лучше. Колеги, привіт! Моє ім'я Марценюк Аліна. Я в компанії відповідаю за корпоративну соціальну відповідальність. Так-так, це я, та, яка шукала вам спікерів, психолога для лайв-консультацій і спробувала зробити ваше життя на карантині більш простішим і знизити ваш рівень тривожності. Якщо мені це вдалося, мені приємно. А сьогодні мій час ділитися тим, як я проводжу свої карантинні будні. Я живу за містом, а тому для таких людей, як я, карантин – це справжній подарунок долі. Адже мінус приблизно 3 години часу добирання від дому до офісу – це плюс 3 години для саморозвитку, плюс ще одні іноземної мови, занять спортом, цілої низки книжок. Чи вдалося вам це на карантині? Мені частково вдалося. Завжди докладала в довгий ящик своє улюблене хобі, саме час його реалізувати. До речі, я читала книги, і це лише маленька кількість тих, які помістилися в моїй руці, і малювала картини. І тепер моя квартира більше схожа на картинну галерею. Мій робочий день на карантині починається, ну, дуже пізно. За 10 хвилин до 9 я прокидаюся, роблю буквально декілька кроків, і ось я вже у своєму імпровізованому офісі. До речі, карантин – це хороший час освоїти нові професії, наприклад, блогерство. До речі, це відео я зняла з 15-го дубля, тому це ой як непросто. Класичний робочий день вдома нічим не відрізняється від роботи в офісі. Так само спілкуємося з колегами, працюємо на комп'ютері, але я так сумую за ефіром, адже тепер на обід ти витрачаєш не одну годину, а дві, бо крім просто поїсти, треба ще й приготувати цю їжу. І якщо весь карантин ви рухалися по одному улюбленому маршруту – робоче місце, диван, холодильник, робоче місце, то саме час прийшов потурбуватися про своє здоров'я. В меню сьогодні тільки овочеві салати. І після здорового сніданку саме час зайнятися спортом. За період карантину в моїй квартирі оселився велосипед. Стомилися сидіти за комп'ютером? Відкрийте нове вікно можливостей для роботи. Наприклад, я тепер веду свою персональну рубрику на сторінці Facebook 1+1 Media. Щосереди нові пости. І зовсім скоро ви дізнаєтесь, як в маленькій квартирі я вирощую капусту і огірки. Карантин не завадив нашим робочим планам. Частину ми успішно реалізували в діджиталі, частину перенесли на осінь. Адже зовсім скоро ми зберемося великою плюсівською родиною, разом висадимо багато дерев, пробіжимо не один кілометр під час напівмарафонів і повернемо назад в офіс наші традиційні благодійні ініціативи. Сподіваюсь, карантин подарував для вас іще більше можливостей. Ви підтягнули англійську, поспілкувалися ближче з своїми рідними і знайомими, або навіть, як я, спробували виростити авокадо в домашніх умовах. Ну, не зовсім вийшло. Але ж і карантин ще не закінчився. Всім привіт, мене звати Андрій, я працюю інженером комп'ютерної підтримки. Кінець карантину вже близок. З кожної тижня обмежень все менше, і це не може не радувати. Але в даний момент я працюю удаленно, і це мій влог «Люди ідей на карантині». Просыпаюсь я обычно за 30 минут до начала рабочего дня, принимаю душ, иду на кухню, делаю себе огромную кружку чая, без нее никуда, и сажусь за рабочее место. Вот так вот выглядит мое рабочее место. Изменилось лишь то, что появился ноутбук, к которому я подключаю всю свою периферию, два монитора, очень удобно. И сеть обязательно по кабелю. Те сервисы, которые я использую для работы, они очень требовательны, и вот другого выхода у меня нет. Как-то так выглядит все в боевом состоянии. На ноутбуке открыта почта, на втором мониторе сервис-деск, контролирую текущие запросы. Третий я использую больше всего. Там я занимаюсь второстепенными задачами, а также подключаюсь к пользователям в случае необходимости. Ну и, конечно же, кружечка чая. Куда без нее? Как-то так. График в нашем отделе построен так, что каждый из нас может насладиться пребыванием в офисе, провести одну, а то, гляди, две недельки, работая неудаленно, это прекрасно.
А самым тяжелым выдался для меня первый месяц карантина. И как сознательный гражданин никуда не выходил, сидел дома. Максимум 2-3 похода в магазин. Тот, который в 2 минутах ходьбы от моего дома. Выходил на балкон, наблюдал за людьми, которые выгуливали своих либо соседских собак, и молча завидовал им. Зарегистрирована заявка. Пользователь залил ноутбук. Сейчас водитель за мной заедет. Будем ехать в сервисный центр, передавать ноутбук для диагностики и дальнейшего ремонта. Погода не очень. Но это лучше, чем сидеть дома, наверное. Коллеги, пожалуйста, будьте внимательнее, аккуратнее. В тот момент, когда вы заливаете корпоративную ноутбук жидкостью, где-то грустит один инженер техподдержки, а может и финансовый контролер. Начался второй рабочий день, он уже прекрасен. Я работаю в офисе, а не дома. Есть возможность попить прекрасный кофе с коллегами, побеседовать беседы. Что сказать, ждем конца карантина. Крепкого всем здоровья и не забывайте хранить важные данные на сетевых ресурсах. Пока. Всем привет! Меня зовут Ира Шаталова, я операционный менеджер 1+1 Digital. Занимаюсь сервисами внутренними. Digital — это SUDUM, защита нашего контента в сети, и видеоредакция. А что хочу вам сегодня рассказать? Хочу рассказать о том, как я организовала свое рабочее время и пространство для того, чтобы дома работать так же эффективно, как и на работе. Одна из самых важных вещей в продуктивной работе — это стабильное расписание. Очень важно проснуться и встать в запланированное время, не переводить будильник на позже. Несмотря на то, что там не нужно ехать на работу, есть небольшая экономия времени, но очень важно все-таки очень строго вставать в запланированное время. После этого пойти сделать себе свой утренний кофе, завтрак, покушать вот на кухне. После чего у нас по утрам есть небольшие такие статус-встречи, стендапы. Это буквально 10-15 минут, не занимает много времени, но помогает команде быть в тонусе и понимать, что происходит. Мы встречаемся в 9 утра, буквально на 10-15 минут обсуждаем, что произошло за вчерашний день, что запланировано на сегодня и какие есть новости и какие, возможно, появились проблемы за это время. Также очень важно организовать для себя комфортное рабочее место. Мое рабочее место практически не отличается по комфорту от того, что есть на работе. То есть у меня есть стол, стул, вот ноутбук, рабочие бумаги. В принципе, достаточно удобно и такая продуктивная рабочая атмосфера. Что еще важно для продуктивной работы, это управление задачами. Мы с нашей командой 1+1 Digital для управления задачами используем Trello. Там есть как индивидуальные доски каждого менеджера и его команды, так и общая доска для команды менеджеров, на которой мы записываем задачи, которые появляются после наших статусов и продуктовых встреч с дедлайнами, ответственными, и, соответственно, там мы видим приоритеты, сроки и отмечаем, когда какая-то задача сделана. Что еще очень важно? Очень важно работу вовремя не только начинать, но и также заканчивать. В начале, первые там, месяцы работы, я попала в эту ловушку того, что ты находишься дома, ноутбук с тобой, и работу можно просто не заканчивать до самой ночи, потому что всегда есть какие-то рабочие переписки, всегда есть какие-то отчеты, которые нужно сделать, всегда есть презентации, которые стоит сделать уже сейчас. И таким образом рабочий день, он продолжался с 9 утра просто до 11-12 ночи, что в итоге приводит к достаточно такой сильной усталости. И поэтому я поняла, что важно не только вовремя начать, но и вовремя закончить. Поэтому сейчас я стараюсь уже к 7-8 вечера закончить все рабочие задачи. И после этого у меня также запланировано учеба.
Я прохожу программу U-Future Talents. Это программа развития для менеджеров молодых. Вот она в таком, скажем, смешанном и офлайн, и онлайн формате. До карантина это был офлайн формат, на карантине мы перешли в онлайн формат. Соответственно, у меня есть вебинары, рабочие группы, задания, которые я выполняю после работы и на выходных. И также сейчас я прохожу еще один онлайн курс. Это курс по лин-менеджменту от Лин Института Украины. Для меня также, для того, чтобы оставаться в тонусе и продуктивной, очень важно не забывать про спорт. Я на карантине занималась дома, для этого у меня есть вот такой коврик для занятий, есть немножечко гантелек разнообразных. Вот, и я практикую онлайн занятия, это по программе «Ваш тренер», видео от Спортлайфа, также это приложение Nike 7 минут, вот, и такие там буквально 7-15, иногда 30 минут в день, они помогают быть в тонусе и чувствовать себя гораздо лучше. Итак, хочу подвести итоги и подсуммировать те правила эффективной удаленной работы, которые я выделила для себя. Первое – это вовремя начинать свой рабочий день. Второе – это организовать удобное рабочее место. Третье – это проводить короткие стендапы с командой для того, чтобы все находились в одном информационном поле. И четвертое, не менее важное, это вовремя заканчивать свой рабочий день для того, чтобы успевать уделять время и семье, и спорту, и дополнительному обучению. Надеюсь, что эти правила также смогут быть полезными и для вас.